Ну, фронтально с боевой, фронтальная и боевая стойка, да, тоже не очень корректное, да, определение. Фронтальная стойка, что, не может быть боевой? Боево-фронтальная, да, тоже боевая. Но это в большей степени, когда говорят за фронтальную стойку, как бы обучающую, да, она имеет какие базовые действия? Что минимально устойчивое положение ног, это что? Ширина плеч. Да. И есть определенные геометрические параметры любого, у каждого человека они присутствуют. Какие? Как далеко мне поставить ногу? Влево-вправо. Очень просто. Если вы ногу прямой, без носка, она опускается обратно. Опускается обратно, да, на то же место. Вытянул носок, опустил ногу без движения корпуса головы по отношению там, к противнику, еще к координатам Солнечной системы. Опустил пятку, развернулся. О, опять ширина плеч. Все, вот такая усредненочка, так сказать. И здесь у вас квадрат получается уже опоры. Тоже ширина плеч, ну, чуть пошире поставь. Вот где, вот боксерский шаг, что? Нога идет с носка, вот и все. То есть движение ноги незаметно для практики, то есть без изменения положения тела, да? Да. Вот, да, отработка как бы базовых стоек, как встать в стойку. Естественно, что когда вы убираете заднюю ногу, мы уже говорили, она непонятно куда убирается. Некорректное положение ног и плечей. Вот и начинается завал эти гнущиеся. В носок вытянул, опустил, развернулся. Плечи и ноги в одной плоскости. Все, руки как были от плечей, кулаки. Но естественно здесь, смотрите, если вы фронтально стоите, вам удобно, когда локти стоят узко в этой группировке, то становясь в боевую стойку, уже поставить локти параллельно я могу только если прижать их. Когда руки висят, то у вас, естественно, левое плечо несколько вышло вперед. Ну и немножко подразвернулось плечо. Оно уже вышло, оно уже полдороги ударной прошло. Оно стало менее сильным, потому что более коротким. А заднее, наоборот, ушло назад. Если локти, посмотрите, у меня как бы локти могут иметь тоже положение немножко параллельных, но чуть под углом, как бы. Тоже корректно. Главное, что не вот так. Главное, что кулаки все равно на линии плечей. Вот и все. Базовое такое действие. Здоровья всем. Занимайтесь спортом. Пользуйтесь.